13-го сегодня вот мы поговорили на молитве. Здесь комарик нас стал одолевать. Ну вот остались здесь, я всю крапиву вот покажу сейчас, как лопатой пришлось выкорчевывать. Она крапива любит, когда выкорчевывает ее. Видите, сколько труда? Да до завтрака успели. Это тут я один занимался, поле битвы. Вот остальное повыкосит. Володя начал косить, вот он сколько выкосил. Самый проворный. Владимир Голендухин с той стороны опал. А потом сюда Володя направил вот двух хлопцев. Нестора и Мишу. Тяпки натащил им, дал. И вот где молимся, что травинки не было. Видишь, ребятишки учатся как. Это наше место. Это аналойщик сделали. Корова сюда уже не пролазит со всех сторон. Тут была башня водонапорная. Вот. Сейчас туда не покажешь, где наш лагерь. Там на солнышко не видать. Здесь вот он наш лагерь. К нему мы бежим. Но вокруг это огромное, огромное. Тут были эти коровники. Там вон видать немножко даже. Там телята, коровы были, жеребята там меняли все. Не знаю, даже свиньи, кажется, были. И вокруг вот это, она очень так выглядит красиво, фотогенично. Это крапива. Вот. Сегодня вот разговор вел, где найти, нанять экскаватор Драглайн. Углубить наши озера, вот эти пруды. Это можно было сделать. Вот я на той стороне сейчас к ребятам, у меня назначена другая работа была. Ну, там спилить клены, все, застил. Это, ничего не растет, где клен-то спилить. Роман сидит и считает инструкции, новую пилу купил. То ли Андрей Головач, то ли кто-то подарил. Видите как. А вот теперь, вот проволочка нашел, давай-ка сюда ее. На, возьми. Направь на него, я покажу тоже, покажу, туда перелезешь. Руку просунь туда. Смотри внимательно. Вон направь на дядю Володю идет. Вот, теперь сюда направляю. Показываю. Вот так. Ну, теперь я здесь вот стараюсь выкосить. Как подбревает. Ну, может, я буду косить, Игнатий? А? Может, я буду косить? Пилить хочешь? Косить. Ну, коси, надо вокруг все выкосить, захватить. Ты уже многое выкосил. Вот этот край. Вот так. Ну, а рукавички-то где твои? Ну-ка, надень рукавички. Рукавички надень. Нет у меня. Ну на. А зачем они? Ну твое дело. Не, не. Если спрашиваешь, зачем, значит не нужны. Вот смотри, дядя Володя, главный у нас косарь. А тут тяпает Миша, покажи на него, как у него хорошо получается. Видишь? Так, потом эту травку разложить, чтобы притоптать. А вот теперь здесь вокруг надо бы... Посмотри, отойди дальше. Вот. Тут она не возьмет коса. Значит, вырвать. Комар не будет садить. Это от комара рвем. Я им сегодня говорил, как панамериканский канал строили или дорогу там. И там комары были, заедали их. Болели, многие умирали. Все равно победили. Человек многое может с молитвой делать. Там работали католики, молились. Советский канал как строили. Наше это все это смешное. Ну, по нашим силам. По нашим силам это как раз. Вот. Писать поближе, значит, на корточке, чтобы видно было. Как-то в одном месте. Как дядя Володя, перед ним пойди, прямо перед ним. Сбоку, под косу не попади, перелезь. То есть настоящий режиссер, чтоб был, снимал. А ты как приближать, знаешь? Да, вот. Вот это. Так не надо я тут приближать. Давай дальше. Со всех сторон заходи к каждому. Чтобы видно было, что лагерь стан работает. Никакой потребнадзор ее не может уничтожить. Потому что мы готовим русских людей к серьезной жизни.
И у нас сейчас направлены к Виктору Николаевичу трое, остальные в другое место. И здесь мы разбились на три группы, на четыре одновременно. Вот. Впереди дядя Володя туда. Покажи, как трава падает. Вот была трава и нет травы. Если скотина не ест, а комарик ее облюбовал, а мы ее уберем здесь, и комара меньше будет. Совсем без комара-то это никак. Вон там, посмотри, как дядя Володя идет. Тебе надо было брать с собой оселок. Сейчас бы потащили. А я жимок сломал. Как? А в землю коса воткнулась и сломал. Как жимок. Сломал? Жимок сломал, вот. А когда сломал? А вот сейчас. А как так? Ну, в землю воткнулось у меня. Ну, еще теперь. Ну, что, менять надо его, что? А у тебя есть они? Есть. Ну, надо заказывать больше. Все. Никто об этом не думал, что сломается замок. Видите, непредвиденное. Ну, дядя Володя сейчас садится, пошел. А тут без пилы-то мне делать, мне еще без литовки. Ну, поняли, что делать? Все. Видите, как сразу по-другому все выглядит. За один раз. Он сейчас делает, пойдет дальше. Так, я сейчас поеду на пруд. Все, выключаю.